А победителем прошлого ролика становится Пушка Стендофф 2. Я следил за его комментариями, он всегда пишет опять, я опять не выиграл. Ну и что такое все, что почему не выиграл? Вот, братишка, ты выиграл, и ты получаешь 23 рубчанских. Отпиши мне ВКонтакте со всеми доказательствами, и ты заберешь свой приз. Ну а чтобы принять участие в следующем ролике, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал, оставить положительный комментарий. С помощью лайков мы разыгрываем деньги. Допустим, если набирается 30 лайков, я разыграю 40 рублей. С помощью комментариев мы выбираем рандомного человека, который заберет весь приз. В общем-то, участвуйте, выигрывайте, побеждайте, только комментарий должен быть один, сука, блять. В общем-то, участвуйте, выигрывайте, побеждайте. Ну а мы переходим к ролику. Погнали, парни, ёбты. Здорово всем, парни, с вами Василько. Это, в общем-то, Ван Дайс. На балансе у нас 400 рубчанских. Ссылочка на сайт будет в группе. Переходим в группу, подписываемся, спускаемся вниз. Тут есть обсуждение. В обсуждении также есть в телефоне. Нажимаем ссылки на сайты в обсуждениях, и здесь абсолютно все сайты есть ссылки, в том числе и на Ван Дайс. Также ссылочка есть в закрепе в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарии. Первый комментарий, именно ссылочка на этот сайт. Предновогоднее обновление на Ван Дайсе. Вот, добавили новый квест новогодний. Что меня ждет в новогоднее приключение? Сыграть 50 игр в режиме кости, сыграть в 10 комнатах, сыграть 50 игр в режиме рейдж, сыграть 50 игр в колесе, в режиме колесом. Напиши письмо Санте, заходить на сайт 5 дней подряд, получать достижение, квест пройден. Так, короче, я начал квест, но подарки уже идут к тебе. Сыграй 50 раз в режиме кости. Ну, погнали, начнем. Сыграем 50 игр в режиме кости. Это, в принципе, не сложно. Просто вот так раз, два, три, четыре, пять. 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Я выполнил. Задание выполнил, приходите завтра. А, то есть, следующее задание только завтра смогу начать. Ну, понял, в общем-то, суть вы поняли. Вот, 8 заданий. Завтра попробуем опять что-нибудь сделать. А пока что поиграем просто. Пам. Пам. Изи, ебать, просто минус 400 рубчанских, охуен. О, пиздец какой-то, пиздец. В общем-то, парни, проебали мы с вами 400 рублей, ну похуй, похуй вообще, задание начали. А вот, завтра что-нибудь еще поделаем. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставлять положительные комментарии. С вами был Василько, еще увидимся, всем удачи и всем адьос. Удачи, парни.